Всем большой привет! Сегодня я хочу показать вам мой заказ с сайта Fabrilic. Ко мне приехало громадное количество продуктов, и сейчас я буду все распаковывать и делиться с вами. Сразу хочу начать с новинок. Ко мне приехало два контейнера. Один емкостью 650 мл, второй емкостью 1400. У них очень интересная крышечка, которую можно закрывать с помощью такого рычажка. Также я была удивлена и специально на пункте выдачи спросила, что вот это вот за сетка. Такая решетка. Как мне объяснили, это для того, чтобы класть в контейнеры мокрые овощи, чтобы, если что, влага с них стекала на низ. Это позволяет их более долго хранить. Я планирую заказать постепенно себе все контейнеры, потому что на кухне это незаменимая вещь, это очень удобно. Вместо того, чтобы хранить продукцию готовую кулинарию в кастрюльках, которая не всегда компактно помещается в холодильник, я люблю вот такие вот вещи использовать, во-первых, потому что их можно вот так вот нагромождать каким-то конструктором, как-то мозаично выстраивать. Ну и плюс это очень удобно. Часто я беру продукты с собой, еду с собой, когда иду на море работать, поэтому мне это просто незаменимо. Возьму себе во всех объемах. И что еще хотела отметить, мне здесь понравилось качество пластика, очень такой, знаете, упругий. И на тему экологичности, если брать, да, пластик это не самый такой полезный продукт для планеты, но если его использовать многоразово, то есть это покупка не на один год, то это очень даже экономично и это очень экологично даже, можно так сказать. Следующий продукт это концентрированный гель для мытья посуды с ароматом матом лимона и мяты. Здесь у нас объем 500 миллилитров, и как указано на этикетке, вот именно это средство подходит для сложных загрязнений. Природная сила биоэнзима быстро удаляет нагары, стойкие жировые засохшие загрязнения, и что очень важно, подходит для мытья детской посуды. К слову, у меня мама покупает средство для мытья посуды исключительно из детской серии, потому что считает, что для детей не будут делать какие-то суперхимозные составы и, ну, и более щадящее наполнение тюбика. Нравится, что здесь есть крышка с дозатором. Запах еле слышу. У меня сейчас началась уже сезонная аллергия на амброзию, поэтому я практически не слышу ароматов. Вот. Но здесь я когда открыла, такой отдаленный вкус чувствуется. Не раздражающий слизистую оболочку моего и так замученного носа. К слову, у меня некоторые продукты с сайта Fabrilic покупаются уже не впервые, и они становятся у меня, можно сказать, такими любимыми, которыми я пользуюсь на регулярной основе. Вот, к примеру, средство для туалета, лимон, очень классно, здесь опять в одном, я покупаю не первый раз, у него экономичный расход, он действительно очень хорошо чистит поверхности, мне не к чему придраться, и знаете, тестировать что-то новое, какой смысл, если вот я нашла себе хороший продукт, просто выслеживаю, когда какая на него классная цена, когда какая-то акция, и покупаю. Также хотела отметить, что очень часто в своем инстаграм-аккаунте АВД Валентинка я делюсь продуктами, рассказываю свое мнение, рассказываю какие-то лайфхаки, поэтому ссылочка в инфобоксе, переходите, подписывайтесь, будем дружить. А еще у меня есть одна классная рубрика, которая называется Look of the Day, я каждый день фотографирую свои наряды, делаю такое либо видео, либо фото в формате, в общем, я думаю, вам у меня понравится. Я уже показывала, что покупала подобные силиконовые лопатки в каталоге Fabrilic. Были, как только они появились, я взяла несколько, попробовала, мне очень нравится, и поэтому решила расширять свою коллекцию таких вот ложечек, лопаток, и взяла одну более широкую, у меня есть маленький формат, ну, маленький, допустим, удобно котлеты жарить, оладушки какие-то, а вот когда я буду блины печь, мне удобнее, конечно же, использовать более такую увесистую, которую можно сразу взять и весь блин перевернуть. Они идут силиконовые, очень хорошо моются, грязь к ним не прилипает, я очень-очень довольна. Качество отменное. А это я взяла ложку-мешалку. Я, допустим, такой ложкой люблю салаты перемешивать. Мама же моя любит, когда я там сатэ готовлю, что-то где-то разбавлять. Опять-таки, напоминаю, что у меня, допустим, вот нету запаха, вкусов. Это каждый год такое продолжается. И я не могу посолить продукт, да. И мама постоянно говорит, где у тебя ложка какая-нибудь нормальная. Вот, наконец-то я купила ложку, и я думаю, ей будет удобно такой пользоваться.
Плов тоже удобно мешать. Классная ручка, очень такая комфортная, знаете, и не тяжелая, и в то же время она чувствуется, что она не бумажная какая-то, не одноразовая. Также это средство я заказываю повторно, всем рекомендую, у кого есть автомобиль, у кого кожаный салон в автомобиле, вот эти влажные салфетки для ухода за интерьером просто отменные. Находка, здесь их 30 штук, хватает надолго, не оставляет разводов. Я сейчас машину забрала с СТО, сегодня мне ее обратно нужно отогнать на СТО, там ее немножко подшаманят, закончат ремонт. И вот знаете, что я заметила? Рабочие, колупаясь там во внутренности машины, потом садились, заводили ее, и руки были грязные. И я когда увидела свой руль, он просто не красного цвета, как у меня машинка, а вот какой-то такой весь черно-бурой поцарапаны, поэтому буду очищать. Кстати, мне вот за чистку салона как-то озвучили цену 4000 гривен. Средство вот это вот Фаберлик стоит до 50 гривен, я не помню, это была какая-то еще акция, тут 30 штук, и представьте, какая экономия, хватит действительно, чтобы полностью весь салон отмыть, 2-3 салфеточек, и будет идеально просто. Как только мне уже окончательно все настроят, буду убирать. Кстати, еще один лайфхак можно использовать не только для интерьера салона, но и если у вас есть дома кожаная мебель, чтобы освежить ее, чтобы где-то есть какие-то царапки, вот, тоже хорошие продукт. Мой must-have это Фаберлик универсальный жидкий спрей пятновыводитель. Тысячу раз покупаю, у меня у всех он есть, и у мамы, и молодому человеку своему я купила, у каждого в доме стоит, потому что даже вот вчера у меня была ситуация, меня кот поцарапал, и я капнула капельками крови на бежевый комбинезон. Я быстренько запшикала этим спреем, тут же сполоснула водичкой, все, комбинезон, не осталось никаких пятен, ничего, просто идеально. А кто пользуется тональным кремом, прям так по шею, да, белые рубашки очень часто пачкаются на воротничке тоже, чтобы не тереть, это вот не заморачиваться никак, попшикала, на 5 минут оставила, пришла, простернула, все, идеально. Хватает, ну, у меня, конечно же, расход колоссальный, я часто его заказываю, потому что у меня и мой аккаунт Showroom Trendy Forever, где я продаю вещи из секонд-хенда, с историей, и приходится иногда некоторые доводить до ума, поэтому у меня вот этот вот продукт на регулярной основе заказывается, и я очень-очень им довольна. Это я взяла универсальные чистящее средство в форме крема для кухни и ванны. Здесь у нас идет тоже цитрусовые ароматы. Здесь я запаха не слышу вообще никакого, поэтому, может быть, оно как-то и пахнет, но чтобы не вводить в заблуждение, не буду обманывать. Мне очень похвалили вот это вот средство. Женщина, которая выдает заказ в Фаберлик на пункте выдачи, она сказала, берем тряпочку, наливаем это средство, проходим по поверхностям кухонным, ванной, вот, оставляем тоже на время, там, до 30 минут, потом берем просто губку и смываем это все, то есть не нужно прикладывать никаких усилий. Я, признаюсь честно, еще так не пробовала. Вот, думала, отсниму это видео вам, и уже тут я часть продукта буду просто распределять, там, что-то маме отдам, что-то себе оставлю. Вот это средство оставлю себе, потому что хочу протестировать. Мне так интересно стало, вот неужели можно привести кухню в порядок? Она говорит, просто как будто бы генеральная уборка прошла, а средств каких-то и усилий особо не прилагалось. Буду с радостью тестировать. Я довольно редко пользуюсь косметикой, и поэтому на сайте Фаберлик тоже редко-редко, когда что-то заказываю, я в основном что-то для дома, вот, потому что у меня макияж по факту один всегда. Это брови, тоже покупаю в Фаберлике, для блондинок карандаш, я уже выбрала его, я не хочу там тестировать никакие новые, вот мне нравится, им я буду пользоваться. Далее у меня какая-то тень от Mary Kay, которым просто делаю базу, чтобы не скатывалось ничего, и на верх тени я наношу вот такую вот подводку, у меня она есть в двух цветах, в зеленом и в красном, взяла себе в черном, в классическом. Зеленую я использую, кстати, можно было под вот сегодняшний макияж, лук, точнее, сделать такой макияж, но я буду снимать сейчас много видео, поэтому решила делать классику. Очень люблю вот эту подводку, классная ручка, удобная кисточка, никаких нареканий, держится стойко, не течет, я могу проходить вот с такими вот стрелками идеальными до 12 часов спокойно, и никаких проблем не будет. Смывается тоже легко, стоит порядка 100 гривен, хватает на 2-3 месяца. С тем, что я достаточно часто делаю такие яркие макияжи для видео, я считаю, что это очень
очень экономный расход. Здесь я взяла еще один концентрированный бальзам для мытья посуды с ароматом миндального молочка. Здесь мне нравится также, что указано 0+, то есть это средство подойдет и для деток. Я еще не распаковывала, сейчас прям при вас это сделаю, попробую понюхать, как пахнет, потому что, ну, это попытки такие тщетные. Не знаю, не могу сказать, что чем-то пахнет, мне ничего не чувствую. В отличие от предыдущего средства, я вот смотрю, здесь консистенция очень жидкая. Сегодня поделю, опять-таки повторюсь, весь заказ и буду знакомиться уже, тестируя. Заметила здесь, что в составе есть масло, потому что вот как уход для рук идет сразу. Кстати, я себя очень ругаю за это, но я мою посуду без перчаток. Это ужасная такая... неправильная привычка, надо ее как-то искоренять. Но когда вижу такие вот значки, что ухаживают за руками средств, да, что оно и сильно вредит, как-то спокойнее становится. И заключительное средство, которое я взяла, это средство для очищения ванной комнаты Ultra White. Здесь морская свежесть, аромат. Эффект белизны дает. Сияющая белизна и блеск без хлора и отбеливатель. Эффективное устранение любых загрязнений и запаха в ванной комнате. Тоже протестируем, попробуем. Расскажу, потом обязательно поделюсь с вами своим мнением. Но мне очень хвалили эти средства. И как раз вот в этом каталоге, которым я делала заказ, цена была, ну, такая смешная, что там за тюбик 50 гривен. Да, учитывая то, что здесь хорошие составы, классная формула работающая, я считаю, что это очень выгодно. Зайти даже в какой-то любой супермаркет, да, можно, конечно, на какую-то суперклассную акцию попасть, но чаще всего... цена порядка 100 гривен моющего средства, то есть в два раза экономия. И на такой позитивной ноте я буду заканчивать это видео. Подписывайтесь ко мне на канал, мне будет это очень важно. Ставьте этому видео лайк, это поможет продвигаться каналу более органически. Либо дизлайк, если вам что-то не понравилось. Даже малейшее слово в комментариях, малейший смайлик, это тоже поддержка. Сейчас я в каком-то вот год я была без монетизации, сейчас уже полгода в каком-то теневом бане, видео набирают мало просмотров, поэтому вот такой вот маленький шажок поможет мне продвинуться дальше. Ну и по традиции, заканчивая видео, я всем желаю здоровья, улыбок, добра, всех благ, всего хорошего. Спасибо, что были со мной.